Добрый день, дорогие зрители канала «Садовый мир». Совсем недавно на нашем канале вышел выпуск с полным обзором перцев открытого грунта. Мы показывали широкий обзор гибридов, которые подносили у нас в подпленочном укрытии на старте сезона. Весь практически урожай мы собрали, перцы дружно подносили, остались небольшие остатки в технической спелости. Под двойным пленочным укрытием они потихоньку сейчас нас пережидают холодную погоду. Ну а в теплице у нас самый настоящий перцевый рай. Поскольку рассадный поток мы высаживали чуть позже, с расчетом на то, что всю осень позднюю мы будем собирать перчики свежие с куста. Буквально пару дней назад мы сняли большую двурушную ванну, ну, объемом литров 20, наверное, шикарных, отборных, красных перцев. Вы их сейчас видите на экране. Ну, а у нас еще масса плодов на этой грядке. Кстати, грядка у меня высажена не полностью, шириной она у меня 70 сантиметров в теплице и длиной 4 метра посадки именно перца от агрофирмы «Партнер». Все это гибриды. Еще один перчик острый у нас рос в детском огородике. Мы его вам тоже сейчас покажем. А теперь давайте пройдемся по посадкам. Начинаем наш хит-парад перцев сладких от агрофирмы «Партнер» с перчика сладкого гибрида, так он называется, «Партнер». Хорошо облиственный куст. В теплице у меня вырос до 1 метра в высоту на грядочке, которая ближе к проходу, но ближе к самой стенке теплицы до 120 сантиметров. Хорошо облиственный куст, раннеспелый, формирует от 6 до 8 плодов вот такой кубовидной формы. Посмотрите, вот на кусту и кубики вырастали. И самое главное, видимо, в зависимости от климатических условий, перчик старается выдать урожай на гора и выдает вот такие более удлиненные кубовидные плоды. То есть они слегка вытягиваются в призму. Я сейчас срежу оба плода, и мы с вами потом их посмотрим в разрезе. В биологической спелости плоды вот такой ярко-красной, вишневой формы. Ну а в технической спелости мы можем наблюдать крупные плоды, которые, кстати, у меня в более хорошо освещенном месте вырастали массой до 800 граммов. При более благоприятных условиях, где солнышко их доставало больше, и они в технической спелости такие темно-зеленые, глянцевые, совершенно огромные формы. Переходим к следующему гибриду сладкого перца. Это перец желтой капии. Вкус раскидистый. Я формировала его в 4 ствола. И выдавала он вот такие замечательные длинные плоды ярко-желтого цвета. Посмотрите, слегка изогнутый в виде какого-то рожка, я бы сказала. Ярко-желтого цвета. В технической спелости он более зеленый. Посмотрите, хрупкие побеги. И поэтому, видите, одну веточку я отломила, чтобы вам показать, сколько плодов совершенно вот на одном побеге. Я насчитала здесь 5 штук. И на каждом побеге он формировал по 5-6 штук. Соответственно, урожайность у него просто потрясающая. А самое главное, он урожай отдает дружно. Буквально 6-7, а даже до 8 спелых в биологической спелости плодов находится одновременно на одном растении. Мы уже проводили неоднократно сбор урожая с этого перчика. И сейчас много плодов в технической спелости, которые еще наливаются. И, конечно же, успеют отдать урожай до конца сезона. Посмотрите, я сейчас срежу 2 перчика с побега, который отломила случайно при обработке куста. Посмотрите, какие солнечно-желтые, нарядные. Мы их обязательно с вами попробуем. А это красавец, гибрид сладкого перца «Лакшери». Вкусное, сочное название, и кусты, конечно, красавцы. В защищенном грунте, как и в описании гибрида сказано, вырос до 150 сантиметров практически до верха теплицы. В защищенном грунте он позволил себе такой рост, но а в открытом грунте он вырастает более компактно, до 100 сантиметров. Но урожайности это никак не сказывается. Посмотрите, сколько плодов уже после съема у нас в конце сезона на нем есть. Плоды удлиненные, призмовидные вот такой формы, толстостенные, ярко-красно-рубинового цвета. А в технической спелости, посмотрите, сколько у нас еще зеленых плодов, ярко-зеленых, глянцевых, висит на кусту. Мы сейчас обязательно с вами проведем дегустацию этих красавчиков. Вот я срываю по несколько плодов, чтобы мы с вами посмотрели. Вот такой мне нравится. Вот с более заостренным носиком тоже для сравнения возьмем. Смотрите, какие красавчики. Это уже биологической спелости полностью вызревшие плоды. И еще нравится мне вот этот. Гулять-то гулять. Вот, смотрите, какие красавцы. Все перцы от агрофирмы «Партнер», которые мы сегодня показываем в нашей теплице, на нашей грядке, устойчивы к заболеваниям и к неблагоприятным факторам среды. Посмотрите, у нас сейчас в крышу теплицы барабанит дождь, температура плюс 10 градусов. Мы вынуждены открыть створку теплицы для проветривания, сидим в теплой одежде, а им хоть бы что. Они продолжают плодоносить и радовать нас своим урожаем. Кстати, перчики в защищенном грунте переносят даже кратковременные заморозки до минус 4 градусов, поскольку находятся в укрытии.
плодам тоже такие похолодания резкие ночные не страшны, но все равно мы наши посадки будем подстраховывать, поскольку эта теплица у нас укомплектована инфракрасным обогревателем. На критически холодные ночи мы его обязательно подключим, чтобы как можно дольше получать урожай именно свежего перца с куста. А это желтым огнем горит гибрид перца от агрофирмы «Партнер» Тавиньяна. Посмотрите, это среднеспелый гибрид, который еще продолжает отдавать урожай. На нем много зеленых плодов. Ну а в нижнем ярусе уже 6 ярко-желтых перчиков кубовидной формы у нас красуются на каждом кусту. Чрезвычайно урожайный гибрид, вкусный сладкий перчик. Давайте срежем пару плодов ярко-желтого цвета. Посмотрите, как раз для наступившей осени. Завершаем наш хит-парад перцев в теплице. Гибрид перца сладкого Ригор. Посмотрите, он у нас раньше всех отдал урожай, и осталось буквально несколько уже перчиков биологической спелости на кусту. Посмотрите, куст компактный. Он отлично вписался на край грядки и не загораживал свет для следующих посадок на следующей грядке. Я сейчас срезаю несколько плодов для нашей дегустации. И все плоды, которые мы с вами срезали со всех перцев, которые рассмотрели на грядочке, мы сейчас посмотрим более детально в разрезе. А теперь продолжим знакомство с перчиками и их богатым внутренним миром, разрезая плоды в той же хронологической последовательности. Это плоды перца сладкого гибрид «Партнер». Я беру один плод, разрезаю его пополам. Разрезаю второй плод, и что мы видим внутри? Посмотрите, перчик толстостенный. Я покажу вам сразу оба в разрезе. 3-4-камерный. Толщина стенки до 12 мм. Сочный, с ярко выраженным перечным запахом. На вкус он сладкий. Он идеально подходит для овощной нарезки, для употребления в свежем виде и в качестве салатов. Подходит для фарширования и приготовления лечо. Масса плодов сладкого перца «Партнер» колеблется в диапазоне 190-220 граммов. Но у меня, как всегда, вырастает больше. У нас, как в поговорке, что бы ни делали русские, получаются танки, в том числе и крупные перцы. Откладываю партнера в сторону и продолжаем знакомство с перчиками на примере сладкого перца гибрид «Желтая капия». Плоды мы с вами уже срезали. Напоминаю, длина их до 25 сантиметров, слегка изогнутой формы, заостренным кончиком солнечно-желтого яркого цвета. Вы уже по плодам видите, что плоды, они более тонкостенные. Если посмотреть в разрезе, то они трехкамерные. Давайте посмотрим на них всех поближе. Я переворачиваю их срезом к вам. И пусть вас не смущает то, что перчик более тонкостенный, он крайне увесистый. Каждый стручочек вывешивает до 200-230 граммов. А это значит, что массу вкуснейших свежих салатов и заготовок вы наделаете из этого яркого, ароматного плода. Ну вот, откладываем желтую капию в сторону, пусть красуется в углу стола, и переходим к следующему перчику. Это перец лакшери. Посмотрите, тоже ярко-вишнево-красные плоды, увесистые, довольно крупные, масса каждого в среднем от 200 до 250 граммов. Я не могу удержаться, сразу режу первый плод. Посмотрите, трехкамерный, толстостенный, толщина стеночки у него идет от 7 до 9 миллиметров. Откладываю его в сторону, хочу разрезать сразу и второй, чтобы нам видеть картину по всем перчикам. Сейчас я их возьму все в руки, покажем вам их поближе. Как вы видите, перец вызрел. Он находится в биологической спелости и ярко окрашен даже внутри. У него внутри практически вызрели семена. Но я с гибридов семена не собираю. Это делает за нас производитель, чтобы мы получали качественный результат от сезона к сезону. Ведь гибридные плоды могут дать в дальнейшем, в следующих поколениях, расщепление по родительским признакам. И, возможно, такого результата мы не повторим. Откладываем красавчиков лакшери в сторону. Пусть покрасуются на переднем плане. И переходим к перцу сладкому Тавиньяна. Солнечные, яркие плоды кубовидной формы. Какие увесистые. В среднем где-то перчики у меня вывешивали до 200 граммов. Но вот этот явно тяжелее. Что характерно. Посмотрите, если их поставить вертикально, они отлично впишутся в какую-то емкость для запекания. И их можно фаршировать, замораживать целиком, употреблять в свежем виде в качестве добавки к салатам или просто похрустить полезным плодом. Я беру каждый перчик, разрезаю. Ой, сок брызгает прям буквально. Посмотрите, трехкамерный, толстостенный. Толщина стенки у него в среднем где-то до 12 миллиметров. Вот конкретно на моем перчике. Но в среднем где-то 9-10 миллиметров. Это толстостенный салатного типа перец, который, кстати, подходит и для термической обработки. Вкуснейшее лечо и другие овощные рагу или, например, какие-то
вторые блюда, добавка к первым блюдам, отлично по плечу вот этому перцу тавиньяна. Переходим к перцу ригор. Посмотрите, какие ярко-вишневые, блестящие, увесистые плоды этого перчика. Массой они в среднем 140-160 граммов, призмовидной формы, но ближе все-таки к кубику, что очень хорошо для цельноплодного консервирования, если вы их будете помещать в большие баночки, слегка, можно даже запечь их предварительно в духовке и потом поместить в банку со вкусным соусом. Ну, а теперь давайте разрежем, посмотрим на толщину стеночки. Какой хруст! Посмотрите, три камеры, толстая стенка, в среднем где-то до 8 миллиметров, кроваво-красного цвета, внутри три перегородочки, видите, и семенная камера слабо выражена, а это значит, что больше полезной мякоти в каждом перчике будет у вас под рукой. Как вы видите, все перцы сладкие в теплице, которую мы вам сегодня показали и подробно рассказали от агрофирмы «Партнер». Давайте вспомним вместе. Это «Партнер», «Желтая капия», «Лакшери», «Тавиньяна» и «Ригор». Сладкие перцы, которые будут радовать нас до самых холодов. Ведь условия их содержания нам позволяют. Но тем терпеливым зрителям, которые досмотрели нас до конца в этом большом обширном обзоре, у нас есть еще маленький бонус. Острый перчик «Флорентина» тоже от агрофирмы «Партнер», который вырос у нас в детском огороде. Перчик с детского огорода прямо в емкости переехал в теплицу. У нас были очень холодные ночи, температура опускалась до 3 градусов, поэтому мы в более благоприятные условия перчик перенесли, поскольку он является сейчас хитом наших заготовок именно с острым вкусом. И в аджику он идет, и в другие виды заготовок. Посмотрите, ярко-глянцевые такие плоды ярко-красного цвета. В биологической спелости, а с переходом от технической, от зеленой, ярко-оранжевой, то есть всеми огнями красного оттенка, этот перчик играет прямо на кусту. Если постараться, такую емкость можно забрать на балкон, застекленную лоджию, и как можно дольше срывать такие свежие перчики именно с куста. Ну, а если вы выращивали такие перцы в горшке, сам Бог велел взять зимой такой замечательный перец на кухню. Он будет отличным средством для профилактики простудных заболеваний в сопливый сезон, как я его называю. Посмотрите, сколько плодов на кусту. Если раздвинуть куст, а он хорошо ветвистый, довольно облиственный, то внутри у него очень много уж довольно спелых плодов. И он продолжает плодоносить. То есть, по большому счету, перцы, они многолетние в своей культуре, поэтому можно продлить его плодоношение. Я сейчас сорву любой перчик, и мы с вами посмотрим. Длиной плоды до 12 сантиметров, диаметр где-то в среднем 2 сантиметра. Перчики однокамерные. Так я зажмуриваюсь, поскольку он очень сочный. И если попадет острый сок в глаз, о-ля-ля, что будет, ребята? Посмотрите, у него довольно толстенькая стеночка, а это очень хорошо именно в плане продуктивных каких-то заготовок, когда нужно много провернуть или измельчить перца. Не надо кучу тоненьких стручочков измельчать, а достаточно взять несколько и получить хорошую массу. Перчик крайне спелый, он уже давным-давно у нас плодоносит, радует добавкой к всем острым блюдам. Ну, а вот такой обзор у нас получился на финише сезона. Правда, у нас еще не заканчивается. Теплички наши перчики продолжат плодоносить. Что сказать? Сезон удался. Вы по нашим выпускам видите, у нас все уродилось. А перцы от агрофирмы «Партнер» порадовали просто шикарным урожаем. Сегодня большой съем. Ну, а впереди у нас дальнейшее соспевание перчиков. Мы будем создавать ему все условия и надеюсь, что будем радоваться плодам как можно дальше. Надеюсь, наш небольшой труд в этом сезоне по обзору того, что у нас выросло, поможет вам сделать выбор уже к следующему сезону, поскольку он не за горами, а мы живем надеждой. Я надеюсь, что у вас урожай тоже вас порадовал. До новых встреч!